Друзья, всем привет! Вы на канале «Страна Игрляндия», и сегодня мы поиграем с беременной кошечкой Эммой. Знакомьтесь! Это Оскар. Правда, симпатичный кот? Ну а так они познакомились с нашей Эммой, и скоро у них произошла свадьба. Ну и теперь наша Эммочка в ожидании малыша. Давайте ее немножко приласкаем. Ой, она захотела кушать. Пойдем скорее на кухню. Давайте угостим ее яблоком. Упс, ну а теперь время для туалета. В ее интересном положении сейчас терпеть никак нельзя. Друзья, ну а если вам понравилась эта игра, ставьте лайк и пишите плюсик. Ну а нашей кошечке хочется спать. Так что пойдем в спальню. И наша Эммочка просит, чтобы мы выключили свет. Так что будем выполнять ее желание. Ну а чтобы пропустить сон, можно все это ускорить. Доброе утро, красотка! Кстати, я думаю, что все согласятся с именем кошечки Эмма. Вау, какой у Эммы красивый двор! И как же быстро она перешла на второй уровень. Вот интересно, на каком же уровне у нее появится котенок? Ну да ладно, сейчас нам нужно позаботиться о коллекции для Бэби. Давайте проверим подарок. Ведь интересно, что же находится в этой коробочке? Ух ты, мы можем выбирать, какие подарки нам получить. Я выбрала редкие. Как мы соберем коллекцию игрушек для будущего малыша? Вот это да! Посмотрите, сиреневая соска с бриллиантом. Будет эксклюзивная пустышка для котенка. Ну а чтобы получить еще подарки, нам нужно продолжать играть. Если мы заполним полностью эту страницу, то получим в награду 50 бриллиантов. Так что придется постараться. Ну а теперь я думаю, что нашей Эмме пора переодеться. Давайте посмотрим, что у нее есть в гардеробе. Прикольная футболка с шортами от стиля Боха. А еще мы сделаем милую прическу для мамы. Но это еще не все. Давайте сделаем ей макияж. Ведь она всегда должна выглядеть привлекательной. Для начала протрем лицо спонжиком. Так, ну а теперь накрасим глазки. Ух ты, тени не простые, а с блестками. Отлично, теперь еще накрасим губки. Румянами мы сегодня пользоваться не будем, а лучше выберем помаду. Я думаю, что эта розовая подойдет лучше всего. Вот такая вот она у нас красотка. Кстати, на этой заставке она выглядит бомбезно. Кроме одежды, мы ей можем еще купить очки. Как вам эти розовые? Я их купила не глядя. Кроме этих мозаичных, есть еще и другие. Выбор просто огромный, но они для нас пока еще недоступны. Ну да ладно, рассмотрим все обновки постепенно. А сейчас давайте сделаем маникюр. Накрасим ногти блестящим розовым лаком. Так, один ногтик готов. Приступаем к окрашиванию следующего. Вау, да мы нашей кошечке можем купить колечко. Это с сердечком отлично подойдет под ее маникюр. Смотрится просто суперски. Так, ну а мы же ведь не докрасили ногтики. Здорово получается, еще остался один. Так, Эмма, я, конечно, понимаю, что колечко тебе очень нравится, но нам нужно тебе докрасить еще один ногтик. Так что, пожалуйста, не мешай. Супер! Какая получилась красотища! Ну а мы еще проверим, какие есть возможности в этой игре. Круто! Оказывается, мы наши Эммочки можем менять цвет шубки. Можно сделать серую или сиамскую, или, например, розовую и даже черную. А эта белая шерсть тигра вообще отпад. Но это еще не все. У нашей Эммочки есть эксклюзивные наряды. Давайте их рассмотрим.
Первый прикид – это Эмма Хонтас. Также есть арабская принцесса, милашка, маленькая леди, голубой прикольный джин, гейша. Также есть еще зимний теплый комбинезон и прикольный наряд ниндзя-мамы. А вот какой интересный олененок. И солнечный яркий костюм. И неотразимый костюм морячки. А это что еще за хула-лула? И воздушная летняя дива. Также есть мороз-кошечка и ничего. Вау, ну а этот лесной наряд мне понравился больше всего. Тем более он бесплатный. Так что надеваем его и идем на прогулку. Эмма в этом платье просто неотразима. Так, ну а сейчас, я думаю, пора нашей Эмме перекусить и выпить какой-нибудь коктейльчик. И, по-моему, пора проверить ее состояние здоровья. Ведь Эмме нужна постоянная проверка, чтобы знать, что с ней все в порядке. Для начала давайте измерим ей давление и заодно еще проверим пульс. Оба-на! Оказывается, у Эммы пониженное кровяное давление, и ей нужно питаться правильно. Сейчас еще измерим температуру. Отлично! Хоть температура в норме. И еще обязательно измерим животик. Как же хорошо! Животик становится больше с каждым днем. Только вот для профилактики нужно еще выпить специальные витаминки. Эмма, конечно, в порядке, но она очень нуждается в нашей любви и защите. Постараемся кормить ее правильно и хорошо за ней ухаживать. Вау, супер! Только что наша кошечка перешла на третий уровень. И снова ей подарок. Так что сейчас пополним еще коллекцию игрушек. Посмотрим, какие плюшевые зверушки нам попадутся на этот раз. Вау, вот это да! Что это еще за кексы? Я надеюсь, что мы их рассмотрим поближе. Так, плюшевую игрушку ставим на место. А, оказывается, это полотенце Мафины. И кроме этого, мы нашли еще классный подарок, в котором было 800 монет. Ну а от этих полотенец я просто без ума. Если они вам также понравились, пишите цифру 2. Вот это да, наша Эмма уже проголодалась. Давайте ее накормим морковкой. Ведь ей доктор посоветовал есть побольше фруктов и овощей. Ну а сейчас Эммочку нужно отвезти по важным делам. Так, кажется, все. Ну а мы еще можем посмотреть подарок, то есть покрутить колесо фортуны и выиграть какой-нибудь приз. Итак, наша Эммочка стала богаче на один бриллиант. Ой-ой-ой, мы же ведь забыли нашей кошечке почистить зубки. А ведь за гигиеной полости рта нужно тщательно следить. Тем более, какие они грязные. Я думаю, просто щеткой у нас их очистить не получится. Поэтому воспользуемся этой штукой. А теперь снова почистим зубной щеткой. Ну вот, теперь совсем другое дело. А теперь я вижу, что нашей Эмме пора ложиться спать. Давайте проверим, есть ли у нее в гардеробе пижамка. И для этого придется перемерить все вещи. Но может это и к лучшему, так мы узнаем, что у нее есть. Вижу, что очень много прикольных нарядов. И оказывается, Эмма очень большая модница. У нее найдется наряд на любой случай жизни. И даже есть купальник. А вот пижамки, к сожалению, по-моему, нет. Так что останется она в этой одежде для будущей мамы. А давайте мы наши красотки еще изменим цвет глаз и сделаем их голубыми. И что-то мне не очень нравится, когда она без прически. Так что сделаем ей симпатичный пучок.
По-моему, получилось очень мило. Ну а теперь идем наконец-то в спальню. И между прочим, у нас есть в спальне новинка. Давайте сделаем ремонт. Порадуем нашу Эмму новым интерьером и новыми обоями. Когда она проснется, будет для нее сюрприз. Ведь обои появятся через 30 минут, даже больше. Ну а на этом я с вами буду прощаться. Всем пока и до новых встреч. Кому понравилась игра, пишите слово «класс». Ну и кто ждет продолжения, пишите слово «еще». А на этом все. Всем чао, какао.